Украинские специалисты не нашли признаков военной активности российской армии в Ростовской области. Таков результат инспекции, которая прошла с 9 по 12 февраля. Украинские эксперты работали в районе, который они выбрали сами. Площадь исследованной территории около 15 тысяч квадратных километров. Инспекция прошла в соответствии с международными соглашениями. Инспекционная группа констатирует факт, что во время проведения инспекции в пределах указанного района не наблюдала какой-либо военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положением Венского документа 2011 года.